Лада Калина, 761. Как больше не прижмитесь, остановитесь. В минувшие выходные в Тверской области вновь прошел контроль трезвости. Массовой проверке подверглись и водители в областной столице. Ситуация с пьянством за рулем остается непростой. Всего за три дня на территории региона было задержано 70 водителей, севших за руль под шофе. 24 из них в самой Твери. Нередки были случаи попыток к бегству, как, например, водитель этой «Ауди». После того, как он не остановился по требованию инспекторов в Московском районе, за ним началась погоня, которая закончилась довольно быстро. Машину остановили во дворе дома на улице Склескова. Уже в патрульном автомобиле виновник погони прошел тест на алкогольное опьянение. Прибор показал, что норма алкоголя в его крови в два раза больше дозволенной. Еще одна погоня началась в Заволжском районе Твери и закончилась на Московском шоссе. Бегавший водитель на Kia Rio выехал на красный сигнал светофора, где столкнулся с другой легковушкой. В ДТП никто не пострадал, а водитель был остановлен. Теперь ему грозит лишение прав, штраф в 30 тысяч рублей и ремонт двух машин из своего кармана. Анализ дорожно-транспортных происшествий показывает, что количество ДТП с пьяными водителями, если уменьшился, то незначительно. Так мы зафиксировали в этом году уже более 250 таких ДТП, в которых 18 человек погибли. При этом рост погибших у нас составил более 10%. Тяжесть последствий, конечно же, в таких ДТП высокая. С учетом того, что в прошлые выходные на территории областного центра было зарегистрировано 3 ДТП с участием водителя, находившегося в состоянии опьянения, либо отказавшегося от прохождения такового, было принято решение о проведении профилактического мероприятия «Контроль трезвости» путем выставления групп нарядов ДПС на наиболее оживленных магистралях. Потому что, как ни странно, такие ДТП произошли именно на центральных магистралях нашего города. Госавтоинспекция Тверской области призывает жителей Тверской области не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем. Если вы заметили водителя, находящегося в состоянии опьянения, сообщите информацию в дежурную часть ГИБДД по телефонам 58 59 00, 58 04 00, либо 02.